Yesterday is very holy day, and we call this is Rakhi. Rakhi means like a sister come to brother house and to give some tikka and something like this. And this is for the blessing. Very special day. Okay. Yeah. My friend says that yes. Надо по-русски сказать. Мой товарищ, скажем так, знакомый, говорит о том, что вчера был очень священный день и в Непале, он сам непалец, и в Индии, этот день, когда сестры, sister to brother, yeah? Это сестры, именно сестры приходят с братьям, and иду и делают определенное благословение. This is for the long life. А это для того, чтобы для долгой жизни, для долгих лет жизни, вот этот праздник. И вчера была полная луна, и, соответственно, вот этот праздник празднуется полной луной. И там бенгалс, то есть повязывают вот такие ниточки, делают this. Вот здесь. Ну вот эта точка, которая в брови, да, тоже определенная, скажем, традиция. Now all the Hindu festival coming soon and soon. And like even in 19 we have a festival, the Krishna birthday. А, и скоро 19 августа будет большой праздник, посвященный Кришне. Lot of like a musician, lot of like a flute player, and that is at the time is we respect Lord Krishna. Собирается time, очень много играющих на флейте, на бансуре, да, то есть кто играет, и это посвящается Кришне. Your name is Krishna, also, yeah? Нашего друга тоже зовут Рама Кришна. Вот он делает вот эти флейты и играет на них. And so, at the time we celebrate, and like we don't eat meat at the time, no meat, no fish. We eat like a fruit, and we give like for some money and some like a sweet. We give for poor people or we give for the animal. И в этот день люди не едят мясо, едят только фрукты и делают, скажем так, дарят деньги, еду бедным людям и также животным, да, кормят животных. And that day is called Lord Krishna birthday in our language. Krishna Ashtami. The name. The name of festival. Krishna Ashtami. And if you go to Mathura, in India, Mathura, crowd, because Lord Krishna is birthplace. Even in Kathmandu also, even Mathura also. Krishna Mathura. Mathura. This Mathura is near Delhi. Ага. И вот этот фестиваль вот в одном месте, который Мату называется. Праздник называется Кришна Аштами. Вот как вы уже слышали. Ну, в общем, большой праздник. Maybe you play a bit in the beginning, in the end. Ну и в конце вот Кришна, Рама Кришна сыграет немножко. Смотрите. Все, друзья, пишите ваши вопросы, если есть какие-то. Пока.